делать в Сент-Луис. Движки ревут, копов на горизонте не видать. Теперь слушайте сюда. В этой гонке 8 участников. И я хочу, чтобы вы дрались за победу, будто от этого зависит ваша жизнь. Не спрашивайте, куда мы едем. Сами все увидите. Следуйте за знаками, дорога всего одна. Ну все, вперед. Просто фантастический. Наслаждайтесь красотами, пока есть возможность. Приключения не заставят себя ждать. Что хоть кому-то из вас пришлось реально попотеть. Ну да ничего, на следующем этапе у нас сюрприз. Штормовое предупреждение. Сдается мне, будет весело. Надеюсь, вам понравились те симпатичные шарики на прошлом этапе.
Поднимается ветер перемен. Ни в коем случае не высовывайте руки наружу, ребятки. И не забывайте следить за знаками. Смотрим в оба, что-то блокирует дорогу впереди. Придурок! Похоже, водитель того грузовика ничего не знает о сдвиге ветра. Видите ли запилку, которая будто с экрана сошла? Теперь гонка проходит через нее. Чувствуете боковой ветер? Пустыня сердится. А может, ждет классной гонки. Дорога будет ухабистой. Смотрите, не разбейте своих ласточек. Если надо пройти через ад, лучше сделать это в тачке, верно? Возможно, этой пылевой бури хватит сил ободрать краску с бортов. Зато представьте, какой у нас выйдет этап. Уследить за знаками будет непросто. Но следуйте ваш путь. Порывы ветра пытаются снести вас с трассы. Это боги пустыни проверяют вас на стойкость. Давайте, вот нажмите. Докажите, что не зря не сидите здесь.
нулевая видимость и порывы штормового ветра. Даже все крупные руины наполовину. Ребятки, вы сюда не Наверное, те боги пустыни вами довольны. Ну а я еще погляжу, как пройдут оставшиеся два этапа. Наше испытание еще далеко от завершения. Будь я из тех ребят, у кого стакан наполовину полон, я бы сказал, что буря позади, как и добрая половина пути. Но я предпочитаю смотреть на вещи здраво. На дорогах хаос. Повсюду суетятся спасательные команды, и еще куча всего может пойти не так. Держим ушки на макушке. Водители, которые не прошли в эту гонку, кусают локти. Они были недостаточно хороши и не заслужили это утихли. Всегда наводили на меня тоску.
Вот я и взялся проводить свои собственные. Кто мчит в болевую бурю на скорости за 300 км в час? Гонщик достойный уважения. Всего один этап. Финальный рывок к городу грехов. Самое время пойти ва-банк. Вегас всегда делил своих гостей на победителей и неудачников. И скоро к ним добавятся еще семеро. Расклад такой. Доберитесь до Лас-Вегаса. Окажетесь на финише и вперед осматривать город. Да хоть на отдых останетесь, плевать. Главное, чтобы этап не подкачал.
Теперь мы знаем, кто из вас реально крут, а кто так хуй. Победитель должен сказать, я впечатлен. А такое бывает нечасто. Призовая тачка твоя. И еще кое-что. Ты летишь вовсе не на вечеринку по случаю победы. Эта гонка только начало, и продолжение тебе точно понравится.